определению должны быть с тротуарами. Это в приоритете. А на втором месте, что все в принципе улицы должны быть с тротуарами. Как справедливо вы отметили, там, где это возможно. Понятно, что, к сожалению, не везде по нормативам это можно сделать. Но где это можно сделать по нормативам, это должно быть обязательно. Потому что здесь хотя бы есть еще народная тропа. Разбитый тротуар. Да, а буквально через 40-50 метров все, уже даже этого нет. И все дети, мы с вами видели, ехали, и вы за рулем ехали, Борис Викторович, все дети идут по улице. Страшно отпускать детей, тем более, что если взять статистику, наверняка и с трагическими случаями есть прецедент. Договорились, да? Да, обязательно. Я сейчас в машину сяду, Борису дам поручение совместно с вами, с главами провести совещание, чтобы со следующего календарного года, в этом году уже год дорожных работ фактически заканчивается, октябрь месяц и все, а со следующего года, чтобы обязательно везде ремонтные работы были с тротуарами. Лучше меньше километраж, но с безопасностью для жизни людей. Договорились? Да, Александр Ильич. Все.